Здрасте. Господи Иисусик. Боже. Вай-вай-вай. Вот такие сидушечки у нас, ребятки. Что я сегодня купил? Вот, смотрите. Вот кофе только не купил, ребят. Только кофе. И не купил. Ну, зайдем, купим. Будет у нас суслик даемый. Так, сейчас поедем. Темнота. Окна, блин, не помыли. Ну, когда же окно будем мыть? Вот я по себе думаю. Где же, друзья мои? Вот думаю. Как же быть? Окно надо мыть. Мыть надо окно. Суслика не доить, а, как говорится, девушка встала, стоит, ждет, пока, ну, ей дверь откроют. Курица, честно. А вот. Короче, вот так вот. Поехали, девочки, мальчики. Там метро. Нам до Красного проспекта надо доползти на троллейбусе. Боже мой. Вот она, короче. Кто это у нас? Это у нас кондуктор. 120 килограмм. Не, 300, наверное, или 500. Конечно, кстати, вот такие билетики у нас. Сейчас вот такие билетики дают. Время у нас 5:20. Так, 5:20 у нас почти. Как складно получилось. Ладно. А на этом все, милые мои. Пока. Здрасте, тетя Настя. Ой, такой сок, друзья, сок. Сок, это кровь, друзья. Жрем. Что ты говоришь, показываешь? Короче, там метро у нас. Вон, ездить. Что я потратил? Пожрать. Короче, ребят, потратил 209 рублей. Короче, что я покупал? Напиток тройский напиток из троллей. И хлеб белый. Короче, этот тролльский напиток. Ой, того из троллей. Короче, из троллей. Стоит 45 рублей. Ну, короче, вот поняли. Картофельное пюре 44. Вот, я уже съел, короче. И потом, что там? Соус майонез сырный. Вот, это, ну, конечно, хороший. Вкусный. Вот. И потом, что еще? Ну, короче, сумма у меня вышла со скидкой 209 рублей, конечно. Вот. А,
Да. 179 рублей. Это итого. Вот. Понимаете? Вот так вот. Ой. Пойдем. Я сейчас допью. Друзья, допьем и пойдем. Ой. Ну, вкусно, друзья. Вкусно. Вкусно, ребят, вкусно. До слез. До слез. Никто не хочет. Никто не хочет говорить здрасте. Короче, пошел я. А тут-то будет огонь, друзья, останется. Да, сделаем огонь в других гадах. Все. Жрите, не подавитесь. Всем пока. Ой.